Они такие же, как и все, просто при рождении у них был обнаружен детский церебральный паралич. Теперь ребята во что бы то ни стало стараются его перебороть. И главное оружие в этой борьбе – занятие спортом. Смотрите 29 октября в 20:30 на национальном телевидении Чувашии программу «Спорт для всех». И вы убедитесь, что инвалидность – это не приговор.